Mitsubishi Motors продолжает обновлять и расширять сеть своих представителей в России. В Москве открылся очередной дилерский центр от группы компаний «АвтоГермес». В России это уже 7-й по счету комплекс, который преобразился в соответствии с новым глобальным дизайном автопроизводителя. Новый дизайн марки полностью отражает нашу концепцию «Drive Your Ambition». Мы хотим, чтобы наши клиенты следовали своим амбициям и желаниям, ну а новый облик наших центров поможет им сделать верный выбор. В отделке доминируют черные и белые цвета со вкраплениями красного. Современный и лаконичный дизайн экстерьера призван сделать дилерские центры Mitsubishi более заметными и в то же время элегантными. А интерьер создает качественно новую среду и приглашает клиентов в истинно японский уют. Не случайно партнером Mitsubishi стал один из крупнейших игроков рынка – компания «АвтоГермес». После падения в 2015 году мы начали активный рост. «АвтоГермес» наблюдал за нашим возрождением. И когда пришло время, все совпало. Мы искали надежного партнера, «АвтоГермес» стремился укрепиться в столичном регионе. Москва – важнейший для Mitsubishi регион России. Здесь продается каждый третий автомобиль. Новый дилерский центр полностью удовлетворяет стандартам Mitsubishi Motors и предоставляет полный спектр услуг по продаже и обслуживанию новых и подержанных автомобилей, кредитованию, страхованию, лизингу и трейд-ину. Всего японская марка насчитывает 110 дилерских центров в России, многие из которых завершат ребрендинг уже в этом году.